В ночь с 13 на 14 февраля жительница дома номер 53 по улице Жуковского Лидия Елфимова проснулась не от стрелы Амура в честь Валентинова дня, а от грохота упавшей с крыши снежной глыбы. Льдина повредила газопровод. Сразу несколько домов микрорайона остались без условий к существованию. Ни детей накормить, ни чай вскипятить. Мы в 2 часа ночи стали опять писать, потому что это не дело. То чуть на башку эти глыбы не упадут, то вот газ сорвало, что следующее будет? Опять кого-нибудь пришибет. Газопровод от летящих с крыш сосулек здесь страдает не в первый раз. 3 года назад была аналогичная ситуация. Тогда инженерную сеть восстановили за несколько часов. На этот раз жителям близлежащих домов без газа пришлось сидеть сутки. Для решения проблемы привлекли муниципальную технику. Позже управляющие компании выставят счет. Дом находится в управлении управляющей компании ГУК Заволжского района. Управляющая компания в ликвидации последствий аварии не принимала. Агентством государственного строительного жилищного надзора по данному факту была проведена проверка. В настоящее время готовятся документы для привлечения управляющей компании к административной ответственности. Управляющая компания, на балансе которой находится 160 многоквартирных домов, в последнее время не выдерживает критики ни на одном совещании в региональном Белом доме. Подтверждают это и местные жители. Организация не очищает кровли, не выдает лопаты дворникам, не реагирует на замечания жителей уже несколько лет. Как сосульки мы забиваем сами. Сколько раз мы не звонили, не писали, все бесполезно. У нас мужики с вечером с работы приходят и начинают это все дело делать. В прошлом году упали глыбы, мы их сами расчищали. Сами все выносили, трактор мы так и не дождались. Сами дверь эвакуировали. Падающие сухие ветки на линии электропередач местные также убирают сами. А с наступлением весны в этом районе начинается еще одна проблема. По словам местных жителей, эта детская площадка утопает в лужах и грязи. Поэтому вместо звонкого смеха ребятни здесь тишина. Рената Люлова, Юрий Ломатов, Управда ТВ.